стал победителем, улучшил свой результат по сравнению с предыдущим гран-при. И здесь произвольную программу ты уже, видимо, откатал так, как планировала, с двумя четверными прыжками и с каскадом, и комбинацией, чтобы наверняка, чтобы не было вопросов к дублю. Да. Ну вот, расскажи нам. Ну, я хотела сделать свой максимум и считаю, что все получилось. Ну, сальхов чуть-чуть надо теперь подрихтовать. Так я довольна. Как ты готовилась к этому старту? Потому что у тебя было достаточно много времени, да? Может быть, накатывали программу целиком или что-то меняли, чтобы было удобнее? Ну, я катала программы. Прокаты были тоже в платье, ну, тренировалась, прыгала. Чтобы довести до автоматизма. Да. Ну, ты, получается, добралась на Кубок Первого канала. Какие эмоции, какие ожидания? Я рада очень. Не знаю, ожиданий никаких нет. Не знаю, как там все будет. Вот. Но по баллам, если возвращаться к этому турниру, ты значительно улучшила свои, так сказать, баллы за две программы. Вот для спортсменов это важно, чтобы ты видел, что у тебя растут баллы? Или важно вот сам прокат? Вот я понимаю для себя, что я вот удовлетворен, я откатал хорошо. А то, что там баллы разные, бригады, и типа это не играет для меня такую ключевую роль. Ну, роль, ну, баллы, бригады роль играют. А для себя чисто катать и делать свой максимум, чтобы каждый раз улучшать свой результат. Планируешь как-то усложняться по ходу сезона? Не знаю, не было пока мыслей. Ты как одни радостные. Ну, я не знаю. Или пока не поняла. Пока думаю над ответом. Ну ладно, это осознание со временем. Да. Придет после награждения, когда тебе дадут медаль. Уж наверняка что-то знает. Алена, поздравляем тебя. Молодец. Спасибо. А можно будет с Аленой? Поздравляем. Это твой второй этап гран-при. Ты стал победителем, улучшил свой результат.